Лучше курсантов не бывает. А все присутствующие здесь являются курсантами поста номер один. Вечный огонь, он потому и вечный, что он должен гореть вечно. А ваше дело – хранить, охранять этот огонь, эту традицию, память о наших великих предках, о той великой победе, 70-летие которой мы праздновали в этом году.